Всем привет! Добро пожаловать на мой вкусный канал. Сегодня готовим вот такой салат. Свеклу заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку запекаться. Запеченную свеклу натираем на терку. Thank you.
Далее в натертую свеклу добавляем гранат, измельченный орех и изюм. Солим, перчим. Заправляем салат сметаной. Перемешиваем. Наш вкусный и полезный салат готов. Сервируем и подаем к столу. Вот такой красивый и аппетитный салат у нас получился. Желаю всем приятного аппетита!